Победителем в номинации «Инструменталист года в классической музыке» становится Денис Мацуев. Для меня это большая честь. Знаете, сегодня грустный день. В Петербурге прощались с одним из самых гениальных дирижеров современности, обладателем Грэмми, просто удивительным, добрым человеком, маэстро Марис Янсенс. Это легенда. Мне довелось дружить с ним и играть. Знаете, когда уходят легенды, когда уходят мэтры, очень хочется надеяться, то, что новое поколение, которое у нас, к счастью, есть, мы их находим вместе с семьей «Синие птицы», вместе с фондом «Новые имена». Из года в год появляются потрясающие искорки, которые в самое ближайшее время, я в этом глубоко убежден, будут прославлять нашу великую русскую исполнительскую школу. Ну и по традиции в конце я вас всех приглашаю на концерты классической музыки. Спасибо большое.